Отличается ли практика йоги для мужчин и для женщин? Есть ли какая-то поддержка в практике для женщин во время менструального цикла? В целом, классическая система йоги была создана для мужского тела. Женщины в ней не рассматриваются, потому что в те времена женщины не приходили заниматься садханой. Для них это было невозможно. По разным причинам, в том числе по биологическим и социальным. Йоги обучали не в студиях. Ей обучал какой-нибудь гуру, где-нибудь в пещере, в горах, в лесу. В те дни женщина не могла просто взять и отправиться туда. Так что 90% йогических систем ориентированы на мужскую физиологию, а не на женскую. Многие системы йоги, которым так безответственно обучают сейчас, могут навредить женскому телу, если вы не знаете, как с этими системами обращаться. Например, майурасана. Вам сказали, чтобы вы не делали майурасану? Да. Потому что она вам не подходит. Это асана павлина, а не павы. Так что здесь много аспектов. Некоторые из них очень физические, другие — более тонкие, но они присутствуют. Какие-то практики женщина не должна делать совсем. Какие-то практики она не должна делать в определенное время. Что же нельзя делать совсем? Обычно в высшей йоге мы даже не рассматриваем подобные вещи, за исключением майурасаны и некоторых других практик. Брахмачари делают некоторые практики, которые другим делать не обязательно. То, что вам не следует делать в какое-то определенное время, может меняться. Это может немного отличаться. Не все одинаково проходят через эти дни. Кого-то это выбивает из колеи, кто-то проходит через это спокойно, как в психологическом, так и в физиологическом смысле. Так что в зависимости от конкретного человека потребуются небольшие корректировки. Но если мы делаем что-то очень интенсивное, если мы делаем очень мощные по своей природе практики, то лучше избегать их выполнения в это время, потому что любая интенсивная активность может вызвать напряжение в теле и уме, потому что в такое время тело естественным образом ищет отдыха, покоя, а не интенсивной активности. Есть некоторые другие аспекты, которые более относятся к криям, чем к асанам. Если вы научились делать асаны очень расслабленно, то вы можете делать все. Если вы еще к этому не пришли, тогда лучше избегать определенных вещей. Но если вы делаете асаны правильно, то проблемы, связанные с вашим менструальным циклом, должны полностью исчезнуть. По крайней мере, боль должна полностью прекратиться, если вы делаете садхану правильно. Если после садханы боль усугубляется, то вы должны подождать 3 месяца. Если она все еще не снизилась через 3 месяца, тогда мы должны посмотреть на вашу садхану, на то, как вы ее делаете. То, что вы делаете, может не быть проблемой. Нужно посмотреть на то, как вы это делаете. С криями существует больше ограничений. В отношении асан ограничений не так много. Есть определенные практики, которые являются физическими позами, но в то же время криями. За этим нужно следить особенно внимательно. Например, мы делаем сурья-крию. Сурья-крию необходимо рассматривать с особым вниманием, потому что если внутри вас горит слишком много солнца, то это очень хорошо с одной стороны, но если это конфликтует с вашим женским аспектом, тогда необходимо ее подстроить, мы должны подточить ее под вас. Очень важно, чтобы она была индивидуальной. Не существует какого-то общего предписания, но обычно
того, что преподается как иши-йога, избегать не требуется. Единственное исключение — это капала-бхати. Все остальное делать можно.